Слушаю, мама. Али Кемаль. Сынок, ты сейчас где? Ты не занят? Ты в магазине? Али Кемаль, нам надо поговорить. Мама, давай попозже. Али Кемаль. Сергей. Здравствуй, Али Кемаль. Добрый день. Дженсель родила? Она в порядке? Нам надо поговорить. Хорошо, давай. По-моему, ребенок уже должен был родиться. Верно я говорю? Ведь он родился? Родился. Хвала Аллаху. Как он, хорошо? Он в порядке. Все хорошо. А что? А как Дженсель? Как она? Где она? Дженсель умерла, Али Кемаль. Умерла.